Ленинградском торговом порту и зимой идут погрузочные работы, уходят в далекое плавание морские суда. Это стало возможно благодаря помощи ледоколов. Они выводят корабли за кромку льда. Вот и сейчас ледокол «Белоусов» под командой опытного арктического капитана Бызова проводит сквозь льды очередной теплоход. «Спасибо за помощь», — говорят те, кто уходят в море.